Здравствуйте! Вы, вероятно, находитесь в поисках работы. Поэтому предлагаю вам просмотреть видеособеседование о возможности дополнительного заработка через интернет. Работа не связана с продажами, не потребует финансовых вложений. Работаем только через интернет. Мы готовим профессионалов и предоставляем бесплатное обучение. Вы можете обучаться онлайн или просматривать видеозаписи занятий в удобное для вас время. Филиалы нашей компании есть по всей стране. И не только в России. У нас есть партнеры во многих странах. Имея такой международный масштаб, очень сложно трудоустраивать людей по обычной схеме – работодатель, наемный сотрудник. Как же организовала все компания? Есть официальный сайт, на котором вы оформляете заявку на регистрацию. Ваши данные фиксируются в базе компании, и вам на ваше имя открывается филиал интернет-магазина. Вам присваивается индивидуальный номер, оформляется личный кабинет, в котором вы в дальнейшем можете отслеживать все операции, касаемые вашего интернет-магазина. Как же происходит процесс работы? Разберем подробности. Представьте себе магазин, где вы обычно приобретаете товары. Приходите вы в этот магазин, а вам говорят: «Уважаемые клиенты, мы предоставляем вам скидку 18% на всю продукцию с условием, что вы приобретаете у нас товары постоянно». Для этого вам необходимо зарегистрироваться в компьютерной базе и получить дисконтную карту. Скажите, это выгодное предложение? Конечно. Вы бы и так покупали товары в этом магазине, только теперь вы это будете делать со скидкой. Придя домой в хорошем настроении и разложив покупки, что вы сделаете? Правильно. Вы позвоните маме, сестре, подруге и расскажете об этом магазине и о возможности приобретать продукцию дешевле. И уже благодаря вашей рекомендации ваши знакомые смогут приобретать продукцию со скидкой. Магазин получает новых клиентов, директор магазина доволен. Ваши знакомые экономят деньги, поэтому тоже довольны. Теперь представьте такую ситуацию. Приходите вы в магазин, а там объявление. Уважаемые клиенты, теперь мы будем вам выплачивать комиссионное вознаграждение от суммы покупок тех клиентов, которые пришли по вашей рекомендации. Выгодно? Конечно. И что вы делаете дальше? Вы приходите домой и вспоминаете, кому вы еще не посоветовали этот магазин. И вы начинаете активно давать рекомендации. И вот уже получаете свои первые комиссионные. А еще через несколько месяцев ваши комиссионные увеличатся в несколько раз. Заметьте, вы лично никому ничего не продавали. Вы просто сами лично пользовались продукцией и рекомендовали магазин всем вокруг. Также можете давать ссылку на это собеседование, как это делали с вами. Подумайте, это сложно будет сделать вам? Я думаю, сложного в этом ничего нет. Вы можете уже сегодня начать работать по двум схемам. Это получить скидку 18% на всю продукцию и получать комиссионные от суммы покупок тех клиентов, которые пришли по вашей рекомендации. Производство товаров, наполнение магазина, продажи, доставку, бухгалтерию – все берет на себя компания-производитель. Вы только занимаетесь рекламой. Тем более, что офисы и пункты выдачи представлены в каждом городе, в больших городах и даже в нескольких районах. Также есть удобная доставка курьером на дом. Как известно, за рекламу хорошо платят. Я думаю, вам уже знакомо такое понятие, как интернет-магазин. Я развиваю свой интернет-магазин с довольно широким спектром востребованных товаров, большая часть из которых – это средства гигиены и косметическая продукция для женщин, мужчин и детей. Также продукция для здоровья, аксессуары, бижутерия и многое другое. Я уверена, что вы согласитесь со мной, что все нормальные люди утром умываются, чистят зубы, принимают душ, то есть пользуются средствами личной гигиены и делают это ежедневно. И эти товары пользуются спросом. Их не нужно ходить продавать или навязывать кому-то. Их и так все покупают. Согласны? По статистике, из 10 прослушавших эту информацию людей, 6-7 принимают решение присоединиться к нам и оформляют личный кабинет и свой филиал магазина. Так уже через 3-4 месяца вы наполняете свою клиентскую базу партнерами-потребителями. Они же в свою очередь делают то же самое. И за это время набирается минимум от 200-300 человек.
это будет уже ваша команда, товарооборота которой вы будете получать доход. Каждый делает покупки в своем интернет-магазине. Делают покупки на разные суммы, в зависимости от потребностей их семей. Кто-то покупает на 200 рублей, кто-то на 500. Это личное дело каждого. Давайте посчитаем средний доход. Возьмем среднюю покупку 1000 рублей. Примерно на такую сумму делают покупку средств личной гигиены среднестатистическая семья из 4 человек. 200 человек вашей клиентской базы умножаем на потребителей, да, умножаем на 1000 рублей. Это будет товарооборот вашего магазина. Вы получаете 20% от организации товарооборота и доход составляет 40 тысяч рублей. Вас устраивает такой доход? Для развития своего магазина мы выбрали известную компанию, успешно развивающуюся уже около 50 лет на мировом рынке, из них 20 лет в России. Это говорит о том, что эта компания не однодневка с качественной продукцией, иначе бы она не продержалась столько на рынке. Это крупная косметическая компания Oriflame. Компания на сегодняшний день дающая уникальную возможность действительно сидя у себя дома развить свой интернет-филиал и получать хорошие деньги, применяя минимум усилий. Причем в любой момент вы, находясь в любой точке мира, можете проконтролировать деятельность, структуру и движение финансов. Принимайте правильное решение. Ждем вас в нашей команде.